Так, сегодня я сэкономил продукты на 500 рублей больше, потому что уже не знал, что покупать. В принципе, уже все есть. Почем картошка? А? Почем картошка в перекрестке, она фиговая, по 29 рублей, но она, мне кажется. Просто на рынок был закрыт уже в 9 вечера. Ну, вот. Две голени по 149 рублей, они по акции шли, то есть 300 рублей. И бананы, блин, это вообще жесть, они цены. 100 рублей за килограмм. А мы что, кроме курицы больше ничего есть не будем? Ты мне сама сказала. Я тебе бедра говорила. Туда, ну так бедра, а бедер не было, я взял голени. Какая разница, ну больше нечего. Ну ладно. Не, ну давай завтра я куплю что-нибудь, да я свинину да, или да, что. Надо ты быть... свинину сама не ешь. Нет. Индейку мы ели без детей вообще-то. Так, что мы купили сегодня? Бананы. Вчера стоили 100 рублей, сегодня уже 90 рублей. Даже 85. Так, сметана. 104 рубля стоила. Я, конечно, не знаю, что это за сметана такая. Но очень интересно ее попробовать. Так, творожок. Обезжиренный. Ё-моё. Ну ладно, сделаем сырники из них. Да, я что-то не посмотрел. Так, сметана такая пискаревская. Два кефира. Бананы. Уже крупу высыпали. Тут была крупа пшеничная, полтавская. Где-то она у нас тут. А, вот она, по-моему, она. О. Вот это она. И тут еще была перловка. Вот. Ну и 4 килограмма картошки, в принципе. Вот. Так, сегодня, вчера было куплено мясо. Оп. Мясо было куплено, поэтому сегодня я сделаю картошечку в духовке с курочкой. И был сделан сегодня супчик. Та-дам! Так, давайте покажу, что в итоге у нас сегодня на ужин было. Вот такая вот вкуснецкая картошечка с мяском, с курочкой. Вот. Собственно, вкусно, быстро и недорого. Так, сегодня вечером мы решили сделать кексики. Мука у нас была, яйца сегодня купили, молоко было со вчерашнего, по-моему, или позавчерашнего дня. Короче, сегодня вот кексики еще. Так мы ходим за покупками. У нас закупочки. Сегодня у нас мы доедим суп, там осталось буквально пара поварёшек. И вчера доели Дима. Кто грязные пальцы облизывает? Выпросили чупа-чупсы. Были в фикс-прайсе, купили салфетки влажные и пеленки собаки. И чупики. Сегодня мы не уместились в бюджет, но вчера мы ничего не покупали, поэтому сегодня на 1000 рублей. Так, это Кристине. Это Кристине. Ладно, чуть-чуть, это собаки. Это нам всем. Там еще было 4 чупа-чупса, но они не дожили до съемки. Они видели. А, видели? Ну, а что ты ценник не говоришь? 90, 35, 120, по-моему. Картошечка по 39 рублей килограмм. И плюс морковка. Итого 155. Потом не по плану купленные яблоки. В смысле не по плану? Ты офигел? Так, для супа мясо. И мясо для рагу. Для супа это не мясо. Просила детей убраться. Нет, смотри, какой-то. Так, ты что за дела? Я же вас попросила убраться. Ну, что-то вы очень долго убираетесь. Надо проветрить уже у вас. Давайте быстрее, уже кефир вас ждет. Еще и яблоко надо? Да.
Я думала, только кефиром обойдемся. Не обойдемся. Мне нужны витамины. Да. Витамины нужны? Нам нужны витамины. А что, в кефире нет витаминов? Есть! Ну? Нет! Я тоже яблоко буду. И кефир. Я буду яблоко и кефир. И я буду яблоко и кефир. Ну ладно. А игрушки вы убрали? Нет, ну убирайте. Да, на столе еще надо убраться, да? На столе грязь, вон у вас валяется, там лего, еще что-то. Не, Зая, стой, кастрюля упадет. Убери ее в ящик внутрь. В духовку вот туда, да. И вторую тоже. И вторую, вот. Молодец. Все. Нет, стоп, это тут не было. Стоп! Руки. Убирай на столе теперь. Это Дима не убирает. Дима убирает, ходит тоже. О, Мишка! И вот это я тебе свою улицу покажу. Давай, покажи мне свою улицу. Это я сама рисовала. И корову сам нарисовал. Это солнышко. Это небо, это колёвка, это тряпка. Ага, посёт. У меня нет такой улицы. Но у тебя есть другая улица. Покажи свою. Помогу, домик. А, еще не готова? Ну, давай, когда будет готово. Хорошо, днём. Да. Да, еще выходной. Тут мелочи они так любят раскидывать. Это просто что-то с чем-то. Так, чей не убран? Чей альбом? Дима. Дим. Так, Егор, а почему ты тогда свой альбом положил к Диме в ящик? Потому... На, ты свой альбом. Ты... Ну ладно, я вам вместе положу, заберешь потом. На, вот еще раз. Закрывай. Ну, не закрывается, оставь так. Давай сюда. Мило бывает. Ну, стульчик не поправил еще. Так, Диме помог? У меня пушки. Все, давайте аккуратненько. Собрали все? Чистота? Да. Чистота и порядок теперь? Да. Ну да. Ладно, пойдем. Так, смотрите, это у нас был ужин. Картошка с мясом. В общем, это уже остатки. Такой жирок. Ну, потому что свинина, на самом деле, жирное мясо. Но мы давно не ели его, поэтому, в общем, на самом деле, очень вкусно. Всем понравилось. Как в садике. Похоже на садиковскую еду. Обычно простая, но вкусная.